Громкая премьера в Театре нации, многократный лауреат «Золотой маски» Дмитрий Крымов представляет свой новый спектакль «Муму». Но это не хрестоматийное прочтение классики. Зрителя ждет яркое и необычное действо в жанре итальянской комедии. Подробности в репортаже Марины Блуги. Несмотря на широкую известность произведения, на театральной сцене «Муму» редкий гость. Классическая проза Тургенева крайне реалистична, а театр условен. Но для режиссера Дмитрия Крымова рассказ лишь повод задуматься о чем-то большем. Его спектакль не новое прочтение классики, а совершенно другая пьеса. Комедия «Дель арте», где за масками героев скрывается целый мир и писателя, и самого Крымова. Главный персонаж в исполнении Алексея Верткова играет и самого себя, и Тургенева. Муму – маленькая девочка Маша. Она учится в театральной школе и грезит о большой сцене. Случайно оказываясь с дядей на репетиции спектакля, она и мешает героям, и помогает, порой обескураживая детской простотой и искренностью. Это маленькая девочка, она... Есть это необузданное, непонятное естество, которое надо беречь. Отголоски произведений Тургенева, записки охотника и Муму сплелись с мыслями автора и нашим временем. Зрителю не предлагают готовых решений. В актерских паузах он может сам себе задавать вопросы и отвечать на них. И весело и величаво, словно взлетая, поднимается могучая светила. Жанр итальянской комедии «Дель арте» основан на импровизации. Но одно известно заранее – надо быть готовым к авторским находкам. Кто любит Тургенева и не знает, что мы делаем, это опасно, конечно, потому что здесь ничего этого не будет, а будет переворот сознания. Но спектакль прежде всего о театре, о любви к этому искусству. Критики уже называют эту постановку одной из самых интересных весенних премьер. Марина Булыга, Борис Агапов, Алексей Аксенов. Вести.